Не ошибусь, если скажу, что лучшее воспоминание об учебе – это студенческие весны. Пора творчества началась в ЧГУ имени Ульянова. И я просто не могла пропустить такое событие. Интрига студвесны команды технического института появилась задолго до самого выступления. Что скрывается за занавесом техом, пыталось угадать все интернет-сообщество. Каких только вариантов не было. Но сегодня ткань падет, и мы наконец выясним, что приготовили техи на этот раз. Во времена, когда еще не было «Дома-2» и Comedy Club, интернета и мобильных телефонов, а творчество студентов только набирало обороты, появились они – техи. Объединенная команда технического института ЧГУ. Это, пожалуй, самая популярная институтская команда студвесны, каждый год собирает полный зал. Но билеты раскупаются просто как горячие пирожки. Каждый факультет уникален сам по себе, имеет свои определенные традиции и свои направления в творческом плане. И этим они отличаются. Поэтому уникальность каждого факультета вызывает интерес, наверное, к студвесне. Лот номер один. Именно так называется программа сборной 4 факультетов технического направления. Студвесна рассказала историю 3 друзей по долгу службы, попавших в чужую страну. А все для того, чтобы вернуть русскую душу. Очень ценную для нашей Родины картину. Основной сюжет сопровождала череда ярких и динамичных постановок. Каждый сидящий в зале погрузился в мир приключений. И выступление команды техов прошло на одном дыхании. Просто шикарно. Я первый раз выступаю. Мне очень понравилось. Безумно просто. Тут такая веселая атмосфера. Хочется еще. Единственное скажу. Приходите все на технический факультет. Ура! Как обычно, ни одна студвесна не проходит без боди-арта. И сегодня техи просто превзошли себя. Что за образ? Это образ наука, химия. Это образ ДНК. Сколько времени понадобилось, чтобы изготовить этот костюм? Этот костюм он изготавливался 1,5 месяца до выступления. Дизайнеры и техгруппа, и все помогали, усердно работали, трудились. Мы являлись архитектурой, то есть мы на себе держали определенное здание, Тадж-Махал. Я представляю науку информатику. О, у меня море эмоций, просто море ощущений. Я просто очень рада, счастлива, что все хорошо прошло, все замечательно. Я прям, просто мурашки по коже бегают. Техи самые крутые, самые лучшие. Что же скрывается под тканью техов? На самый волнующий вопрос тут весны нам ответили сами авторы. У техов за занавесом, если честно, это то, что они сплоченная команда все-таки. Это очень секретная информация. Ну теперь уже конец, я думаю, все должны узнать. Очень сильная, кропотливая и тяжелая работа. За занавесом техов скрывается лот номер один – дружба, единство, любовь, человечность. Техи уже второй факультет, презентующий зрителям свою студвесну. 23 марта эстафету подхватит сборная «Квартет-Ф». А ровно через месяц нас ждет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2015». Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.